Я Мария. возмущен. Я считаю, что это вообще страшное безобразие в городе, где перестали строить метро. Ну, перестали и все. Где общественный транспорт ужасающий. Мне сказали, откажись от личного автомобиля. Потому что, смотрите, когда человек едет в центр города, и ему нужно 8 часов работать, и за это заплатить 800 рублей, извините, для огромного количества петербуржцев это неподъемные деньги. Теперь вопрос, а дали этому жителю альтернативу? У нас метро обслуживает уже меньше 25% Петербурга в реальности. У нас его нет, этого метро. Значит, ну мне-то ладно, я житель центра, значит, мне чуть проще. А вот те люди, которые живут где-то вокруг КАДа, во всех этих гигантских новых человениках, им говорят, нет-нет, не трогай автомобиль, ты как-нибудь без автомобиля обходись, потому что цена уже запретительная. Я какое тут счастье?